А книга судеб все-таки есть. Только пишется она непредсказательно. И запись о каждом из нас производится по факту. И ничего не убавить, не прибавить, потому что поставлена точка и приложена последняя печать. Но вот что интересно. Почему-то здесь, в кладбищенском пространстве, на стыке двух реальностей, нас, живых, посещает несложная догадка. Большая история слагается не из войн и революций. Большая история из наших частных биографий состоит. И значит, всякая завершенная жизнь имеет отсвет в сегодняшнем мире. Лина По. Переставьте слоги, получится имя Полина. Такой псевдоним взяла юная Полина Горенштейн, когда в 1918 году вышла на балетную сцену. Жить в танце, в полете, в движении ей было суждено 16 лет. Потом была болезнь и полная слепота. И случилось невероятное. Доверившись чуткости пальцев, она начинает лепить. Недосказанное в пластике танца выплескивается в пластику скульптуры. Работы Лины появляются в лучших выставочных залах Москвы, в Третьяковской галерее. Нестеров, Грабарь, Коненков, Кончаловский дают восторженные отзывы. И восхищенная публика верить не желает, что автор этих скульптур – абсолютно слепая женщина. Сомневались и в Союзе художников. Прежде чем принять Лину в свои ряды, отрядили к ней домой проверочную комиссию. Вот сюда, в Столешников переулок, они явились в тот день, когда Лина заканчивала фигурку танцующей Кармен. Гости глазам своим не поверили. Самый бдительный произнес: «Ваша испанка так хороша, но если бы у нее в руках был веер!» Лина взяла кусочек пластилина, точно вылепила веер и вставила его в руку Кармен. Работы Лины По хранятся в музеях и частных коллекциях. Большая часть в музее Всероссийского общества слепых. И скольким людям вернули они веру в себя, скольких вырвали из объятий отчаяния, сегодня уже посчитать невозможно.
Между прочим, Федор Михайлович Достоевский именно так и рассуждал. Говорят, человек разрушается и умирает весь. Но нет. Как отец, физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям, то есть входит частью своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. А в будущее, как в гости. Один с подарком придет и ноги о коврик вытрет, другой натопчет только. Михаил Александрович Медведев-Кудрин. Удивительно, но ни в одном официальном архиве нет его фотографии. Вышел из матросов, всю жизнь обеспечивал правопорядок, ВЧК, ОГПУ, НКВД. Дослужился до полковника. В биографии усматривается два парадокса. Первый. Подъем по карьерной лестнице начал со спуска по лестнице самой обыкновенной. В подвал дома инженера Ипатьева. В подвал согнали контру российского императора Николая II, его семью и верных слуг. Убивали как-то нескладно. Чьим-то выстрелом Медведеву опалило шею, а казненных пришлось добивать штыками. Царя и наследника достреливали еще несколько раз, чтобы уж на совесть. События той ночи долго не афишировались, но время шло. Стране были нужны герои. И в душах убийц поселился беспокойный червячок. Хотелось славы. Кто же все-таки первым стрелял в царя? Претендентов было трое. Юровский, Ермаков и Михаил Александрович. Но лавры первенства особенно ловко примеряются именно на Медведева-Кудрина. Во-первых, у него был Браунинг, который не нуждался во взводе курка, и, значит, Медведев мог выстрелить раньше других. А еще есть письмо участника тех событий, адресованное сыну Медведева. «Тот факт, что от пули вашего отца умер царь, это тогда знали все работники Уральской ЧК». А вот и второй парадокс. Мог ли Михаил Александрович предполагать, что, убивая российского самодержца, он для России же создает нового святого, царя-мученика, царя-заступника, царя-молитвенника за всех нас? Ну и за Михаила Александровича, конечно. Мы веками ищем средства стать бессмертными. Какую-то таблетку ждем, чудодейственный укол, эликсир волшебный. А из книги «Судеб» со всей очевидностью следует, что бессмертие начинается сразу после смерти. Тамошнее само по себе, тутошнее отдельно. «И сотвори ему вечную память», поют в православных храмах. Увы, вечное не всем достается. Но и другое верно. Мы все-таки умеем помнить долго и благодарно, и даже с улыбкой. Феномен Никулина до сих пор не разгадан. Как артиллерист, прошедший через две войны, сквозь кровь, слезы и ужас, сделался клоуном.
Но есть факт. Он шагнул в цирковой манеж и заставил хохотать всю страну. Будто компенсировал людям украденную войной радость. Друг и партнер Михаил Шуйдин. Тоже фронтовик, танкист, орденоносец. Ну, вот тебе и артиллерия. Вот тебе и танковые войска. Клоун – это обязательно маска. Удивительно, но мы такие прогрессивные, такие покорители космоса, мы дружно опознали себя в никулинском балбесе. Это мы умеем выпивать из любого положения. Это нас принято всячески надувать и считать дураками. Это нам досталось толкать неподъемное, никому не нужное бревно. Но это нас, не приведи, Господи, разозлить. А клоун стал большим драматическим актером. Страна плакала и смеялась вместе с ним. Но даже кино, принесшее Никулину несказанную популярность, не сумело выманить его из цирка. С экрана он не видел наших счастливых лиц, а из манежа видел. И это было для него важно. В том-то и дело, мы сослужили друг другу, клоун и зритель. Мы так удачно нашли друг друга в этой жизни, так сроднились, что расставание казалось немыслимым. На прощание он нам оставил заново отстроенный цирк на Цветном бульваре, море анекдотов и себя целиком. Вот такая банальность получается. Человек – кузнец своего счастья. Конечно, счастье – товар штучный. Не на всех хватает. И что обидно, купить нельзя. Может, оно не извне приходит? Может, изнутри? А то бывает же так. Рассчитаешь его до копейки, и бизнес-план составишь, и, предчувствуя дивиденды, порадуешься. Эки я кузнец своего счастья. А оно, просчитанное, возьми да в лоб столкнись с тысячами чужих судеб. И, глядишь, чего-то не то отковалось. Александр Федорович Памфилов, купец первой гильдии, в 1896 году затеял гениальный коммерческий проект. В Германии заказал несколько сот тысяч кружек. Несколько сот тысяч. Корона, царские инициалы и дата.
И поехали немецкие кружки в Россию. План, похоже, был такой. Часть товара купец жертвует на подарки народу в день коронации императора Николая II. Другую часть, большую, конечно, продает. Продает быстро и дорого. После коронации на волне патриотизма кружки превращались в царский подарок и в желанный сувенир. Словом, рекламу своему товару купец Памфилов сочинил небывалую. Главные торжества проходили в Кремле. Народные гуляния намечались на Ходынском поле 18 мая. Уже были подарки заготовлены. Кусок колбасы, пряник, сайка и, конечно, памфиловская кружка. Не предусмотрели одного. В России халява страшнее пожара. К 5 часам утра в ожидании подарков скопилось около 500 000 человек. Ждали. Страсти накалялись. Началась давка и паника. Ходынское поле заработало, как гигантские жернова. Тысяча 389 человек были задавлены и растоптаны насмерть. 1300 получили тяжелые увечья. Трагедия Ходынки вошла в историю и в хрестоматию по психологии толпы. Памфиловские кружки покупатели не нашли. Слишком напоминали о боли и о смерти. Так купец Памфилов разорился и умер в бедности в революционном 17-м году. Порой книга судеб читается как роман. Сюжеты сплетаются в тугие косички, персонажи беседуют друг с другом сквозь века. Оказывается, мы так крепко связаны друг с другом. Через мысли, желания, слова. Мы едины. И смерть не разрывает эти связи. Она укрепляет их. Николай Васильевич Гоголь собственноручно записал: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном». И потому на могиле его в Свято-Даниловом монастыре поставили друзья простой камень, увенчанный крестом и с единственной надписью: «Ей гряди, Господи Иисусе». В 1931 году монастырь передали НКВД. Николая Васильевича вместе с могильным камнем отправили на Новодевичье кладбище. Правда, крест спилили. А в 1951 году и камень выбросили на хозяйственный двор. Над могилой поднялся. Одну минуту. Поднялся вычурный памятник от советского правительства. На предсмертную просьбу Гоголя наплевали свысока и сделали красиво. К тому времени здесь же, на Новодевичьем, уже 11 лет покоился Михаил Афанасьевич Булгаков, автор «Мастера и Маргариты». Гоголя Михаил Афанасьевич боготворил, называл своим учителем. И в вихре собственных фантасмагорий всегда признавал гоголевский исток. За 8 лет до смерти, обращаясь к учителю, Булгаков написал мистическую фразу: «Укрой меня своей чугунной шинелью».
11 лет вдова Булгакова Елена Сергеевна искала для памятника что-то простое и достойное. И однажды на кладбищенском дворе, случайно натолкнувшись на замшелый камень, она поняла, что нашла. Пригляделась, прочитала полустертые буквы. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Пусть не чугунной шинелью, но собственным надгробием укрыл Гоголь своего ученика. Будто услышал просьбу, будто ждал и готовился к встрече. Ну, а сам Николай Васильевич, вволю посмеявшись над чиновной глупостью, стал посмертно ее заложником. Ибо вряд ли найдется в мире еще одна могила, на которой портрет усопшего запечатлен дважды. В книге судеб много чистых страниц. И не надо себя обманывать. Все мы впишемся в строки кладбищенских аллей. Тут от нас ничего не зависит. А вот как мы в детях и внуках отразимся, как, находясь там, здесь соучаствовать будем, это нам решать. Чтобы, шагнув за грань, не вздрогнуть от вопроса: «Вы, гражданин, куда? В Царство Небесное? А давайте-ка в книгу поглядим, как вы тут в земной жизни отпечатались».